меняется. Был не совсем прав это Джулиано. Быстро разыгрыв штрафной. Лаштовка ложится под мяч, ложится под этот возможный удар. Ну а Генрих Мхитарян, выскочив один в один, перебрасывает мяч через Чеха. 1-1 становится счет. Вот так вот живо, так вот бодро, вот так вот зрелищно у нас пока проходит этот матч. Равный счет. Обменялись команды голевыми попаданиями уже к 19-й минуте встречи. Интересно, все у нас проходит. Опять же, пройдена, перейдена ли грань офсайда или нет, вот с этой камеры, вот с этого повтора мы, конечно, не разберем никоим образом. Хорошо поддел, подцепил мяч Мхитарян. Элегантная подсечка через голкипера и